Так, значит, следующий у нас подсолнух предпоследний. А, подождите, я неправильно считал. Может, их больше, чем 10? Подождите. Я что-то со счета сбился, что ли? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Ага. А, все правильно, я же говорил три. Че, я думал два почему-то. Элиены. У нас один апгрейд, кстати, на Элиена есть. Сейчас посмотрим, насколько хорош Элиен. Пришелец. Пришелец. Ну, такой няшный будет пришелец. А, нет. 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 Ну, кстати, нормально. Нормально. На пришелец смотрится нормально. Так, и какие-то апгрейды, значит, есть у нас. На регенерацию здоровья и на зум. Второй апгрейд. Хорошо. Поехали. Снова крейзи. У нас пока что три раза подряд мы крейзи прошли. Вот эта карта, я не знаю ее особо, потому что она неудобная. Мы уже посадили здесь, но это золотая? Нет, не золотая. Не золотое место. Здесь будет сложно, здесь мало места. Здесь реально мало места. Ну, посмотрим, что получится. Что, стримчик пошел или нет? Ой, я не то посадил. Какой гриб? Я хотел артиллерию поставить здесь. Какой здесь гриб? Зачем он здесь? У меня на трансляции только картинка почему-то. Сейчас уже трансляция на этот раз вообще не начинается. Видимо, да, ничего не работает. Не работает, в общем. Отменяю трансляцию. Или подождать, может она сейчас загрузится. Задержка может какая-то. Так, ладно, оцениваем. Сейчас будем оценивать Элиена. Мало патронов. Сколько патронов всего? 10, да? Ну, такая фишка, что если, ну, наступают зомбаки, да, они получают урон еще пару секунд в этом месте. Видите, такой вот, такая вспышка, там, 2 секунды урон еще наносится, кто стоит там. Но там урон, по-моему, троечка всего лишь. Никакой урон просто. Че, где трансляция? Че, что с YouTube вообще, чуваки? У меня уведомления на часы даже приходят, что, типа, стрим начинается, но что-то не идет ничего. Ладно, я нафиг убираюсь. Да, сегодня не тот день, не стрим, не стримовский день, короче. Ну, благо, что осталось тут три подсолнуха. И потом мы еще в Infinity Time один раз сыграем, и все. На этом. А может, и не буду играть, посмотрим. По настроению. Может, и не буду. Ох, нам... А, нет, кто-то отлетел. У нас теперь трое осталось. Написано, что враги стали слабее. Минус один игрок у нас. А Алена почему-то до сих пор выбирает персонажа. То есть она, может, перезашла просто? Я чуть не понял. Не знаю. Ой-ой. Что это было? Я подошел, меня просто растерзали все. Алены нету. Что-то не знаю, что делать даже. А где он умер? Подсолнух. Блин, далеко. К нам кто-то еще присоединяется, оказывается. Ух. Второй левел взял. Сельф-ревайв или не сельф-ревайв? Вот в чем вопрос. Ну, давайте, давайте. Раз такое дело, я уже один использую. Давайте второй уже использую. А то пахнет жареным, мне кажется, что очень мы можем проиграть здесь. Блин, почему у меня третий скилл еще не откатился? О, у нас зашел чувак, он, я думаю, добьет. Буквально 1-2 зомби осталось. Я не знаю, это подписчик или нет. Алена что-то не заходит, вот. Получается, зомби как для четверых, у нас сложность, да? А мы играем втроем, то есть... Ничего сложнее, чем должно быть. Да, будет сложно.
Это тоже подписчик, судя по всему. Кстати, у него прикольный скин, мне нравится. Такие вообще, это легендарный какой-нибудь скин. Так, find Yeti. Ну, блин, чуваки, вы это же такая сложность. Не-не-не, не идем. Пусть он идет. Мне не жалко. Пусть он просто определится, что это crazy сложность. Может, он не знает. Это все-таки подписчик. Он только присоединился, он думает, я на нормале играю. Нет, чувак. Я туда не пойду. Сейчас вон сколько зомбаков побежит. Я не знаю, как они его еще не увидели, но... Вот, сейчас... Сейчас пойдут они в атаку. Так, хорошо. Блин, я бы на это Алену кикнул, чтобы кто-то зашел, а то мы сейчас проиграем. Что Алена, не обижайся, если такая возможность есть, я бы сейчас нажал. Просто реально мы сейчас проиграем, не хочу проиграть. Очень сложная сложность. Ща. Да, можно. Можно кикнуть. Сори, Алена. Просто сейчас кто-нибудь присоединится, может, с подписчиков, неважно. Хоть кто-нибудь, может, зайдет к нам. Будет круто. Так, хоть слот есть, хоть кто-то может попытаться зайти. А что там с Йети? Реально, что с Йети? Сколько здоровья? Может, мы убьем его? А, мы, может, и убьем, кстати. 20 секунд. Подожди. Йети, не уходи! Может, он наверх подымется? Давай, Йети. Куда он не подымется? 9, 8, 7. А вы что, вторую способность не прожимаете? А, во. Тоже поздно уже. Уже поздно. Ладно, возвращаемся. Это не супер важно нам убивать этого Йети. Так, откуда они? Ой-ой-ой, слишком много. Мы тут втроем не справимся, я думаю. Надо аккуратно отходить просто, не лезть. Блин, очень трудно попасть этим пацаном. Я, наверное, self-revive не буду использовать. Или использовать. Может, они вдвоем там смогут что-то сделать. Блин, не очень они смогут. Давай, ревайв. Это четвертая волна уже так сложно. Надо, может, поприглашать их всех. Да, давайте я. Тут же можно, по-моему, нажать. Или нет? А почему я не могу сейчас пригласить никого? Escape не нажимается, когда спектейтинг. Смотришь за кого-то. Но он может справиться сейчас. Я приглашу всех сейчас. Инвайты кину. Кидаем инвайты. Тан-тан-тан-тан-тан-тан. Хоть кто-нибудь подойдет. Потому что сейчас пятая волна, сейчас босс. И нам очень нужна помощь. Всем инвайт кину. Сейчас кто-нибудь да зайдет. Та-та-та-та-та. Так, что, какой босс у нас будет? Так, пока что монетка, это, судя по всему, джекпот. Нет, не джекпот. Здесь я, наверное, лечение поставлю. Этого гриба никто не трогает здесь. Вот самое лучшее место было артиллерию ставить. Столько раз бы нам помогла. Я не заметил, какой босс, честно говоря, после того, как вот показал вам этого гриба. Не смотрел я. Ну ладно. А, ну, Гаргантюа я вижу. Окей. Гаргантюа.
Хорошо, мы его просаживаем. Но он уже добежал до меня. Ну ладно. Я не думаю, что он меня убьет. У нас тут лечение, все дела. Блин, он один раз меня зачаржился, потом второй. Не повезло мне. Не повезло. Вот как отдались чуваки. Вот что значит нельзя резать. Сейчас нельзя было резать, на самом деле. К нам присоединяются. Сейчас мы, может, что-то сделаем, на самом деле. Я верю, что у нас что-то получится, возможно. Так, мы троем. Все нормально. Еще не проиграли. Держимся мы. Грибы убили того или нет? Он тут был. А, он стреляет, смотрите. Сейчас убьет этого зомбака. Так, там еще пошла волна. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Победили. Невозможно даже убежать, настолько урон большой. У меня резы закончились. Скорее всего, сейчас Team Res будем использовать. Да, Team Res. Ждем до конца и используется он. Когда у всех таймеры закончатся. Ну, Токсик Горохомет пытается что-то сделать, но его сразу убьют. Тут ничего не получится. Ну, сейчас нажму я. Сейчас мы четвером начнем, потому что мы играли троем. И было сложно. Зря используешь, ну ладно. Пытается что-то сделать. На второй этаж сейчас забежишь. А как там здоровье-то у нашего сада? Я просто не вижу здоровья. Мне кажется, там такой урон большой, что сейчас мы базу потеряем. Так, давай, давай. Три выстрела попало, хорошо. Четыре. Пять. Вот его убили. Сейчас. Ой, какая бомба у тебя интересная, апгрейд. Но не дострелила, к сожалению. Давай, 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 давай. Ты сможешь. Сколько здоровья я не вижу. Нет, мы потеряли сад. Но ничего, сейчас будет Team Revive. Team Retry называется. Все. Прикольный апгрейд такой, когда бомба другого цвета. Я не знаю, чем отличается, но взрыв там был очень хорош. Прям радиус большой. Может быть, урон меньше становится, радиус увеличивается, не знаю. Возможно, возможно. Было прикольно это увидеть. Не у всех такой, далеко не у всех есть апгрейд. Он там в магазине, по-моему, в канализации продается эта тема. Так, все, ждем его. И встречаем. Он сразу видит меня и действует. Ой-ой-ой, импа кинул. Блин, я только сразу не умирать, пожалуйста. Что раз я сразу умер. Надо стоять. Блин, какой у них урон? Они зажимают, убивают. У меня есть ревайв, пофиг. Тут реально сложно. Я как говорил, на этой карте очень сложно побежать. Здесь неудобное расположение. И у нас у всех горохометы, из-за этого тоже минус. У нас одинаковый класс у всех, кроме меня. И это очень плохо. И они еще лечат, смотрите, босс. Меня просто быстро убивают, они все наверх залезли, смотрите, горохомет стоит. А я снизу, меня спокойно убивают. Там он босса убивает. Все, пойду подлечу. Давайте, добейте, там пару хелсов осталось. Здесь надо отходить и не париться. Не идти туда вглубь. Ко всем. Чего они меня все время атакуют? Там он огненный горохомет, а меня атакуют все в основном. Не везет мне. Все, теперь нормально. Все, прошли мы этот уровень. Пятую волну. Я, кстати, плохо, что, конечно, резурект использовал. Я думаю, они без меня бы справились. Как мне кажется. Ничего страшного. Кстати, куда музыка пропала? Странно. О, появилась.
Видимо, мы очень долго убивали, и второй раз музыка пропала. Вот, сейчас появилась музыка. Так, так. Так, и гриб, кстати, до сих пор жив этот. Его только кто-то пару раз ударил, и все. Так, кто-то снова у нас ушел. Минус один. Блин, будет сложно нам сейчас. Может, кто-нибудь присоединится? Или снова нажать? Я нажму инвайт. Потому что очень сложно. Очень-очень сложно здесь. Я не могу так просто. Втроем мы навряд ли пройдем. Здесь, может, эти волны мы и пройдем, но десятая волна, она будет очень сложная. Еще босс какой-нибудь попадется сложный. Ой-ой-ой. Почему ты всегда меня? Потому что они сверху залазят, да? Грохометы все. А я не могу туда залезть, у меня нету прыжка. Получается, кто получает больше всего урона? Я. Хорошо, хоть лечение есть. Без него мне уже давно бы 100 раз убили. Без лечения этого. У нас, кстати, не так много у сада-то здоровья, я смотрю. Они вон бьют, бьют. Надо хоть бомбу сюда кидать вам, ребята. Вы же грохометы. Как раз таки против таких зомбаков бомба лучше всего и работает. Меня еще сзади чувак сейчас убьет. А, здесь лечение было, я и забыл. Здесь же лечение его. Так, присоединился у нас другой подписчик на этот раз. Надеюсь, он не будет вылетать. Что-то неприятно, когда вылетают. Ну, подсолнух мне не нравится этот. Пятерку, наверное, ставлю. Элиен. Мне даже фараон, наверное, больше понравился, чем Элиен этот. Поэтому фараону 6, а этому подсолнуху пятерку только могу поставить. Слишком неудобно стрелять. 4-й уровень, это хорошо. У нас был 1-й, кстати. Мы вот ровно 4 уровня взяли. Ну, еще, может, и 5-й возьму, потому что 7-я, 8-я, 9-я, 10-я, много волн еще. У нас у сада очень мало здоровья, вот это мне не нравится. Вот это мне очень не нравится. Это большой минус. Так, я ставлю вот так. Будем пытаться их убивать. У меня тут с двух сторон лечение. Что я тут в безопасности вроде как. Главное, чтобы никто бомбу сюда не закинул. Ну или вот эти чуваки меня сейчас не убили, потому что они отбрасывают. О, еще и сзади. Ну да. Но я надеюсь, они справятся там. 3 горохомета еще. Нет, что-то и у них дела плохо идут. Очень сложно, да. Сложная карта. Сложная карта. Ну, мне настолько не понравилось, что этот горохомет... Ой, подсолнух не понравился, что я больше даже сейчас и пытаться не буду. То есть сейчас все умрут и все на этом. Пойдем следующего. У нас 2 подсолнуха осталось еще. Следующими будем играть. Мы ждем, пока кто-нибудь реснется. Ну, пока таймер закончится, и все, и мы проиграем. Все, проиграли, не справились. Потому что нестабильное количество игроков было. Кто-то приходил, кто-то уходил, и вот и все. Ну и плюс карта, как я говорю, неудобное расположение взяли. Мне кажется, другой спот какой-нибудь был бы полегче, чем это. Поэтому, ладно. Эту карту мы попробовали. Что у нас еще осталось? Пески мы играли в прошлый раз. Что еще? Тут мы и поиграли сегодня. По-моему, все по второму разу надо делать. Мы уже все поиграли. Давайте вот этот, мне он нравится. По центру будем защищать. Тоже такая же сложность, я думаю, мы справимся на этот раз. Плюс у меня подсолнух был ужасный. Мне он настолько не нравился. Бесполезный какой-то был. Так, ну чуваки, наверное, у них загрузка, я так понимаю. У них загрузка, и ждем, пока они загрузятся. И начнем. Все, все нажали?